Под крики «Крига Лам» в переводе «Ледокол» бывший президент Украины в кольце охраны, рассекая толпу своих сторонников, шел к зданию Печерского суда Киева, на ходу пожимая руки тем, кто пришел его поддержать, с короткой остановкой, чтобы постучать по железной бочке. Для полноты картины современной уличной политической жизни на Украине не хватало только потасовки. Петр Алексеевич организовал ее сам, когда под руку попался оператор одного из местных каналов. Регулярное появление в суде, сегодня была третья попытка избрать экс-президенту меру пресечения, он каждый раз превращает в представление с собой в главной роли. Исключений не было и сегодня. Добравшись до микрофона, Порошенко самопровозгласил себя лидером оппозиции. Сегодня ночью Печерский суд принял решение о продлении сроков до судебного расследования. Ночью делать такие вещи – это преступление. Они это сделали для того, чтобы ограничить лидера украинской оппозиции. Порошенко обвиняется по делу о назначении Сергея Семочка. Его называли близким экс-президенту человеком, первым замглавы службы внешней разведки. По версии следствия, Порошенко, используя служебное положение, заставил главу СНБО Башко принять такое решение. Сам подсудимый убеждал всех присутствующих, что ко всему происходящему относится очень серьезно. Для меня это не шоу. Шоу в это время продолжалось под окнами. Толпу сторонников подбадривала супруга экс-президента. Дорогие, пороха братья и пороха сестры! А когда во время перерыва сам Порошенко вышел на улицу, в него бросили пачку фальшивых долларов. Люди, все провокаторы! Это, по всей видимости, должно было напомнить экс-президенту о потраченном 500 000 евро на отдых вместе с семьей на Мальдивах в 2018-м. Тогда он вылетел из страны, не проходя контроль. Одного из пограничников теперь проверяют следователи. Что же до самого Порошенко, ограничивать его свободу никто не стал. Прокуроры отозвали собственное ходатайство о мере пресечения, хотя следствие по делу будет продолжено. А вот другое дело о Ленинской кузне, одно из ключевых об отмывании Порошенко преступных доходов через судоремонтный завод, сегодня было закрыто. Постановление об этом продемонстрировал адвокат экс-президента Илья Новиков. Правда, эта новость в украинском медиапространстве просто затерялась. Первая. Маленькая. Але надзвичайно важлива. Но очень важная наша с вами победа. Перемога! По всем законам жанра иллюзий, Порошенко, словно заправский фокусник, обратил внимание зрителей именно туда, куда ему было нужно. Заседание суда он покинул соответственно образу, словно растворившись в клубах распыленного его сторонниками дыма, который почему-то был розового цвета.